закончился год? Год закончился неплохо, все проекты, все планы мы реализовали. Конечно, в этом запустим синтетические масла, вот то, что вот мы тогда с вами запускали. Полиэтилен российского рынка 50%, каучук всего 3-4 надо. У нас по стране средний процент. Налогов и платежей вот 360 миллиардов, из них вот генерируется 723 миллиарда.